ви дивитесь програму «Запитай у влади». В її студії голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі 76 92 42. Ви можете подзвонити і поставити запитання нашому гостю. Я хотів би розпочати з такої події. Декілька днів тому в Одесі відбулася нарада президента України з головами обласних державних адміністрацій. Ви представляли Миколаївську область, тож хотілося б дізнатися, які питання порушувалися там і як це вплине, зрештою, на те, що зараз відбувається в Миколаївській області. Прошу. Ви знаєте, совещание було дуже важливим, тому що на ньому присутствовал президент України, губернаторы всех областей Украины, министры, начальник службы безопасности Украины. И диалог был очень конструктивный. Были даны главные месседжи, которые сегодня важны для Украины и украинского народа. Первое – это безопасность наших граждан в Украине и, соответственно, поставленные задачи для того, чтобы мы могли обеспечить безопасность и отработать у себя на местах. Я не скрою, что у нас работает Совет обороны в постоянном режиме, также наш региональный антитеррористический штаб, который заседает в Службе безопасности Украины и ведет активную работу. 85 формирований в области общественных, которые также сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие в Николаевской области, для того, чтобы наши стратегические объекты также охранялись и были защищены. 11-й стрелковый батальон, о котором мы неоднократно говорили, был сформирован в течение 3 дней. Это 492 добровольца, которые взяли в руки оружие для того, чтобы защищать Николаевскую область. Также резерв, который сформирован в области, это более 15 тысяч человек, которые готовы защищать территориальную целостность каждого района, города Николаевской области. И этот резерв сформирован, каждый оповещен и знает, чем необходимо заниматься в экстренных ситуациях. Поэтому важно в этом случае для Николаевской области, чтобы люди были сконсолидированы, чтобы они могли и не боялись информировать правоохранительные органы и реагировать на какие-либо проявления, как сепаратизма, каких-то групп террористических, информационно, какая-то, если идет, как говорится, утка, значит, также необходимо эту информацию перепроверить и, соответственно, отреагировать, отработать с правоохранителями. Очень важно, чтобы наше общество было бдительно. И тогда не будут появляться фейковые народные республики николаевские, фейковые террористы, фейковые флаги и тому подобное. Я уверен, что вот мы стали совершенно другими. В прошлом году попытки сепаратизма прекратились 7 апреля. Когда жители Николаевской области с каждого района и с каждого города вышли на площадь нашего города Николаева и просто прогнали нечисть и чуму. Вот это был конец всех попыток. Теперь нам просто необходимо сегодня действовать, работать. Вот, соответственно, наш батальон при МВД, который создан Святой Николай, достаточно жестко несет и качественно службу как в зоне боевых действий, так и на территории Николаевской области. Поэтому я благодарен всем жителям Николаевской области, которые вот сплотились и готовы защищать нашу как территорию, так и наш порядок в области. Було порушене питання, наскільки мені відомо, щодо протидії корупції. Як з цим лихом борються на Миколаївщині, і що повинні робити громадяни, коли у них от така от ситуація, коли показують, що треба? Що треба їм робити? На самом деле, вторым вопросом, который стоял в повестке нашего совещания, это была, конечно же, война с коррупцией.
не просто борьба, это действительно война. Потому что на протяжении 20 лет все создавали и делали для того, чтобы бюрократический коррупционный аппарат действовал. И поэтому здесь необходимо не просто бороться, а необходимо воевать. И вот мы своей стороны уже приняли ряд решений. Я буквально с следующей недели подпишу как поручение, так и распоряжение по поводу проверок управлений, департаментов, коммунальных предприятий, внутренним аудитом. Все документы после проверок будут направлены в правоохранительные органы. И я буду привлекать общественность, чтобы общественность и контролировала потом прохождение вот как проверок, так и в правоохранительных органах дачи оценки. Что важно, чтобы как можно быстрее мы смогли выиграть эту войну. Потому что это вторая война в Украине, которая разрушает, к большому сожалению, наш строй, нашу страну. Это публичность. Это общество должно знать, начиная от решения сессии, заканчивая проведение тендеров. Поэтому необходима электронная система проведения закупок. И Министерство обороны, сдается, уже до всего подходит. Совершенно верно. И мы будем также на это идти. И в этом году в Николаевской области эта электронная система, программа заработает. Третье, что немаловажно, это проведение конкурсов на должности главврачей, на должности директоров школ, интернатов, директоров спортивных школ, коммунальных предприятий. Поверьте, вот на многих предприятиях более 40% руководители работают не один десяток лет. И эти предприятия и учреждения коммунальной государственной формы собственности стали частными, семейными подрядами. Как с этим бороться? Проведение конкурса. Заканчивается контракт. Соответственно, проводим конкурс. Пожалуйста, все, кто готов принимать участие, имеет на то возможности, он имеет право быть избран, выбранным и, соответственно, побеждать. Я буду привлекать общественные организации, которые способны контролировать. Сегодня у меня было ряд встреч, это и по дорогам в Николаевской области, и по конкурсному комитету, что касается транспортных перевозок, пассажироперевозок в Николаевской области. Я тоже хочу, чтобы это не было закрытым клубом, чтобы видело общество, чтобы могли реагировать, могли пресекать и чётко работать. Зазвичай публичность вона завжди дає. Поэтому я не говорю, что это получится сразу. И что по конкурсу придут самые лучшие, самые профессиональные. Нет. Я этого не заявляю. Это может пройти раз, два, три. Но потом мы выберем тех людей, которые действительно будут достойны. И которые смогут работать честно и правильно. То, что произошло, допустим, в городе Киеве, герои, да, патрульно-постовая служба. И мы видим уже сегодня отзывы. Я надеюсь, что такая же патрульно-постовая служба будет и в Николаеве, и области. И я в этом уверен. И я просто об этом мечтаю. Поэтому я был на приеме у министра и жестко ставил вопрос о нашей госинспекции. Вы знаете, когда человек придет с совершенно другими намерениями, когда он будет получать заработную плату не в 2000 гривен, а в 8-10, совершенно он уже будет думать по-другому. Поэтому реформы за один месяц, за один год не делались. И пример Грузии, пример Польши, реформы от 3 до 5 лет. На половине пути останавливаться нельзя. Мы должны двигаться и идти дальше. Очень важный третий вопрос – это, конечно же, децентрализация.
который также рассматривался на совещании в городе Одессе. Инвестиции в Николаевскую область, в Украину крайне важны и необходимы. Мы живем и работаем в особо сложный период. Политический, экономический, гибридная война. Поэтому нам сегодня необходимо открывать и работать над привлечением капитала как наших инвесторов украинских, так и зарубежных. И это крайне важно и необходимо. Мы должны сегодня открываться и давать им право приходить и помогать, и быть их помощниками, а не как часто у нас бывает, что из-за чиновника проекты останавливаются миллионные, миллиардные, там, где смогли бы быть созданы рабочие места, сотни, десятки, тысячи рабочих мест мы теряем. Поэтому крайне необходимо и важно сегодня заниматься привлечением инвестиций в наш регион. Мы уже сегодня работаем с компанией рекламной, которая готовит промоушен, такой ролик Николаевской области по привлечению инвестиций, где будут показаны наши крупные инвестиционные предприятия, это и компания Небулон, и компания Пепсика, и компания Бунга, вот, и многие другие компании, которые уже сегодня работают и не боятся, и у которых получается. Французская компания Lactalis, которая готова и далее развиваться. Вот нам необходимо такие компании, которые смогут и работать, платить налоги, создавать рабочие места. Я уже дал распоряжение главам районных администраций, порекомендовал мэрам городов также проработать, не просто, знаете, как отделаться, абы что написать по поводу инвестиций. Нет, проработать реальные проекты, которые мы сможем презентовать и предложить. И на будущем совете развития Николаевской области мы рассмотрим данные проекты и также будем презентовать, будем о них рассказывать, так как мы проводили встречу с трейд-клубом в Николаевской области и презентовали Николаевскую область. 20 краин. 20 представителей посольств. Вот точно так мы должны сегодня раскрыть и предоставить и туристическую отрасль, которая, к сожалению, у нас не развивается. И причину мы тоже понимаем. За 20 лет в Николаевской области нет ни одной курортной зоны. В Запорожской области около 20 курортных зон. А у нас какое побережье, какие национальные парки, какие региональные парки. Це великий заділ роботи. Это на самом деле беда и проблема Николаевской области. И с этим необходимо также бороться и просто садиться с людьми, единомышленниками, которые готовы и в плане волонтерства отдавать свое время и работать над этим. По-другому ничего не получится. Работать не просто, отсидев от 8 до 17, до 16 часов, а работать для того, чтобы был продукт, для того, чтобы воспринимали те общества, которым это необходимо. Давайте зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. В ефірі. Вітаємо вас. Вам слышно? Так, да, так, да. Говоріть. Я звертаюсь до нашому губернатору вже второй раз. Ту п'ятницю позапрошую, еще приняли, и ничего, никто ничего мне не позвонил, ничего. Я живу на улице Пушкинской, у нас одноэтажная, дома Жилков. Да. Моего дядя, он участник боевых действий Югославии. И сейчас опять его забрали на войну. У нас течет крыша полностью во всех комнатках маленьких. Ни квартиру никогда мы не получали, ни телефон государственный. Никогда не пользовались ремонтами, ничем. Прошу вас, побеспокойтесь за воина нашей украинской армии. Пусть нам придут и отремонтируют крышу. Спасибо за вопрос. Еще раз оставьте, пожалуйста, в студии свой адрес, квартиру, дом. Вот. И вам скажу, что я впервые слышу от вас данный вопрос. Я помню, что была связь, и мы не слышали вас.
Вот, поэтому однозначно отреагирую, но на самом деле не я, как губернатор, должен на это реагировать. А вот те службы, которые находятся в нашем городе, они должны реагировать на такие вещи, которые у вас происходят, если это тем более многоэтажный, многоквартирный дом. Я однозначно пошлю службы, но оставьте, пожалуйста, полный адрес в студии. Спасибо. Проблемне питання – ситуація на заводі імені 61-го комунара. Колись це був флагман південного суднобудування, зараз він переживає не найкращі часи. На підприємстві велика заборгованість із виплати заробітної плати, відсутність замовлень. Яка зараз робота облдержадміністрації, щоб мінімізувати цей негативний вплив? Зрештою, люди багато місяців сидять без зарплати, і це велика соціальна напруга. Як вона вирішується, що можна сказати? На самом деле, буквально 3 недели назад была погашена часть заработной платы на 61-м заводе. Сейчас проверяются финансовые документы в Укроборонпроме, и будет еще часть заработной платы погашена сотрудникам 61-го завода. Но, опять-таки, это не выход. В прошлом году, в мае месяце, я был еще народным депутатом и ходатайствовал перед премьер-министром о погашении 18 миллионов гривен задолженности по заработной плате перед работниками 61-го завода. Буквально одним решением Укроборонпром погасил долги за 5 лет предприятия. Это неправильно, потому что хозрасчетное предприятие должно зарабатывать. И необходимо находить выходы из кризисной экономической ситуации. Даже зарабатывать они могут, когда будут замовлення. Совершенно верно. Поэтому, первое, сейчас создана рабочая группа при Укроборонпроме для выхода из сложившейся ситуации. Второе, параллельно мы создали при обладминистрации также рабочую группу, которая отработает, и я надеюсь, что коммунальные службы предприятия пойдут на встречу 61-му заводу и отсрочат платежи. Это тоже очень важно. Второе, я обратился к мэру города Николаева, чтобы был рассмотрен вопрос на ближайшей сессии городского совета по снятию налога на землю с данного предприятия, потому что это тоже очень важно. Они не должны накапливать долги. Старая проблема, которая тянется с 90-х годов, долги по невыполненным заказам, которые в принципе не дают им нормально развиваться. Она существует, и это судебные споры, международные судебные споры, которые уже тянутся из года в год, и этим занимается непосредственно концерн Укроборонпром. Выход из ситуации – это как не больно об этом говорить, но мы должны рассматривать вопрос о продаже крейсера «Украина». И за те средства, которые будут закумулированы, совершенно верно, в Укроборонпроме, соответственно, погасить долги не по заработным платам, а те долги, которые скопились на предприятие за десятки лет, и вкладывать в развитие предприятия и программ кораблестроения в Николаевской области. Второе, это, конечно же, поддержка государства, и программа должна быть прописана. И прежде всего, это налоги льготные для судостроительной отрасли. К большому сожалению, практически все политики Николаевской области на этом пиарились. Но, к большому сожалению, никто до конца ничего не довел. И помочь реально судостроительной отрасли не помогли. Поэтому это тоже очень серьезный вопрос, который необходимо обсуждать и который необходимо решать на уровне кабинета министров и уровне парламента.
Немаловажно, что касается 61-го завода, это дополнительная программа, которая уже сегодня воплощена. Это строительство бронетанковой техники. И вот в этом случае мы направляем свое обращение на Министерство обороны, чтобы как можно больше предоставляли работ для нашего 61-го завода. И, конечно же, оптимизация, потому что огромные площадя. Заводу 200 лет. Есть цеха, которые уже, в принципе, технически и технологически они необходимости не имеют. Поэтому над этим тоже необходимо работать и должны вносить предложения. Все, конечно же, зависит от концерна и руководителей, которые находятся на данном предприятии. Поэтому я крайне заинтересован, чтобы судостроительная отрасль не в тех масштабах, которые были при Советском Союзе, а в новых как масштабах, в новых рамках и программах была возрождена, потому что это очень важно. Валовый региональный продукт, если рассматривать в судостроении, был около 80% Николаевской области. Еще одно наше проблемное питание, напевно, одне из останніх на сьогодні. Угу. Сьогодні в місцевій пресі прозвучала певна критика на адресу того, що в міському госпіталі для ветеранів не облаштована належним чином кімната для психологічного розвантаження бійців АТО. І от хотілося почути ваше бачення цієї ситуації, зрештою, чому не проведений комплекс робіт і коли чекати його. Ви знаєте, на самом ділі мы в этом году неоднократно из бюджета областного выделили средства, но в первую очередь это на приобретение медоборудования для военного госпиталя, которое крайне необходимо сегодня нашим больным, и которые отбывают там. Но поверьте, что касается комнаты реабилитационной, это проект, о котором я заявил, будучи в госпитале, и обратился к меценатам. Люди из своих волонтерских побуждений сделали проект. Это сотни тысяч гривен. Проект реконструкции данного кабинета плюс приобретение дополнительных средств, которые понадобятся. И эти люди сегодня его выполняют. Поэтому поймите, что я не могу сегодня мецената и волонтера, я им и так благодарен за то, что они делают и помогают. Но ускорить я не буду и никогда на это не пойду. Поэтому все идет правильно и вовремя будет сдано. Что касается в целом госпиталя, там достаточно сегодня оборудования, сегодня проходят лечение многие бойцы, и афганцы, и ветераны Второй мировой войны, и наши атошники, потому что мы внесли на сессии областного совета изменения в устав и название медицинского учреждения, поэтому проблем никаких нет. Если это кому-то необходимо политически, ну, наверное, пусть популистически заявляют об этом, но мы свое дело делаем, и однозначно будет улучшение и в других медицинских учреждениях. И на сессии областного совета, буквально вот, которая состоится 30 июля, будут рассмотрены еще ряд вопросов по выделению средств на медучреждения Николаевской области. До нас щойно надійшло питання, я не можу його проігнорувати. Мешканці Сливино запитують, в якому зараз стані, і скаржаться, в якому зараз стані шлях на Сливино, Широкий Лан в тому напрямку, і що робиться для того, щоб, ну, коли дорога буде відремонтована, хто за це відповідає? Земне питання, тому ми ставимо його і, напевно, на цьому поставимо. Да, не могу сейчас ответить, когда будет отремонтировано, потому что те финансовые лимиты, которые
у нас были для Николаевской области на ямочный ремонт, мы исчерпали. Это не касается города Николаева, города Первомайска. Поэтому сегодня мы рассмотрели вопрос выделения еще 12 миллионов гривен из областного бюджета, которые будут распределены на все районы Николаевской области. Соответственно, будут еще проходить профильные комиссии, будут приниматься решения, на какие конкретно дороги будут направлены данные средства. Поэтому я думаю, что будет и это учтено, но сегодня я вам скажу, что как только отработают профильные комиссии, мы уже будем дополнительно информировать население о ремонтах. Нам крайне важно сегодня отремонтировать Ингульский мост, который также за государственного бюджета средств нет. И сегодня мы планируем совместное финансирование с городским бюджетом. И город идет на встречу. Мы ждем сейчас подтверждающих документов с института по технологии укладки дорожного покрытия на Ингульском мосту. И это также очень важно, потому что это пересечение, потому что это мост, и это безопасность, а также это центр города. Что касается направления Николаев-Днепропетровск, Николаев-Кировоград, там ситуация критическая. Силами меценатов, районных администраций, руководителей, депутатов областного районного совета. Небольшой ремонт, не ремонт, а просто засыпка произведена, но это не спасает. Причина очень проста, пошла уборка, соответственно, идут машины, перегружены не 24 тонны, а 40 тонн. Понимаете, не 12 тонн, а 20 тонн. И тому подобное. Поэтому идет нагрузка на ось, соответственно, температура дороги до 50 градусов, и она просто становится как пластилин. К большому сожалению, не выполняется сегодня распоряжение главы обладминистрации. И это вот как раз менталитет наших водителей, наших аграриев, которые не считают государственные бюджеты, которые не думают сегодня о дорогах и которым, в принципе, извините за грубое слово, наплевать, что будет завтра. Но нам не наплевать. Поэтому сейчас разрабатывается программа. Мы установили знаки по Николаевской области о движении и о времени движения. Сейчас будут, скорее всего, вот совместно с правоохранительными органами, общественными организациями установлены весы для того, чтобы контролировать въезд в город. Я не знаю, как нам законодательно это удастся. Мы опять-таки сегодня ждем ряд подзаконных законных актов для того, чтобы эти меры применять. И надеемся на то, что все-таки крупные компании транспортные услышат и будут находиться в отстойниках, которые есть в Николаевской области, до того периода, пока не будет спадать температура на дорогах Николаевской области. Давайте повернемось до цього та інших питань вже в наступній передачі, а зараз мушу ставити крапку. Час нашої програми «Запитаю влади» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. На ваші та мої запитання відповідав голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Ці та інші питання прозвучать у наших наступних програмах. Дякуємо за увагу. Всього найкращого.